отъел на наши деньги вон какую ряху. Залезай в свой лимузин и катись ты. Да не надо мне кефир, у меня от него запор. Витя, у меня запор от кефира страшный. Они смеются надо мной, говорят, что у меня маленькая грудь. Но она же нормальная, ну скажите. Это какашки? Такие. Я думал, кексы и глаза. А вам нравится? Мне это очень важно. Послушай, Владарь, в моем возрасте нравится, не нравится, уже значения нет. Да? В жопе провода! Ты что, оглох, что ли? Ребята. Дед, блин, ты нормальный человек, а чуть не родила! Красавчик. Есть еще соляра в баке, да, старый? Ты всех по себе не равняй, кабрина лысый. А твой фитнес-трекер показывает, что у меня пульс 121. Дед, это время. Всадники апокалипсиса. Так их же 4. У Петра Михайловича поносы. А в унитазе вы случайно ничего не готовили, Александр Николаевич? А в унитазе они капусту квасили, да? А что это за бордель на колесах? Батибас называется. Слушай, если мы с тобой вместе спим, мы что, не можем пообниматься, что ли? Дед, ку-ку. Твою мать! Парамонова, ты что, с ума сошла? Что десять? Иван Петрович, хоть вы не участвуете в этой вакханалии. Ну, всего не участвую, участвую. Просто на мне костюм главного упыря из Собес. Ну, вот с Лизой очень много говорили на эту тему. Так. И поняли, что готовы завести собаку. Собаку. Гаврил, сам виноват, хватит с ним цацкаться, закапываем. Кого закапываем? Нахрен мне твой дед сдался. Лизавета. Где же ваше достоинство, Котляренко, вашу мать? Можно потише, у вас совесть есть? Извините. Черноморец, конечная. В смысле? Какой черноморец? Бывший детский лагерь.